Да, вот такой вот наш смарт-воллет, конечно, еще не в сторах, поэтому многие не знают ни в App Store, ни в Google Play Маркете. Только-только сейчас появилось приложение, которое можно скачать на Android, установить. Ну, а я думаю, я не знаю, Игорь, есть у нас какие-то сроки нет по публикациям в сторах, но я думаю, что в ближайшие недели Android точно, а Apple, наверное, в ближайшие месяцы там чуть по помедленнее вроде бы. Да, Алекс, сейчас происходит полноценный роллаут, который занимает довольно-таки много дней в качестве, если сравнивать с обновлением простого приложения. Но я думаю, что буквально вот в ближайшие дни мы сможем победить, соответственно, и разместить наше приложение в первом очередь, это Google App Store, ой, Google Play. Uh, ну и параллельно, конечно же, мы сейчас работаем с Apple App Store для того, чтобы обеспечить наших пользователей как приложением на мобильной uh, системе Android, так и, соответственно, всех владельцев iPhone с uh, iOS. Поэтому, друзья мои, это только первая версия. Соответственно, в следующих обновлениях функционал данного кошелька будет расширяться. Он будет становиться все красивее, удобнее и, соответственно это отдельный, абсолютно новый, я считаю, что это совершенный продукт с точки зрения пользователя, друзья мои, скоро все его получим, скоро все будем им пользоваться. Ну и отлично. А. Если у кого есть возможность скачать кошелек, скачивайте, посмотрите, попробуйте, я да уже вы. его для себя опробировал. конечно, очень крутой. Самое, что интересно, что можно, Игорь, поправь меня, если не так, можно пользоваться кошельком даже до того, как получишь фразу и тому подобное. Так. Мы создаем кошелек, да, наша фраза создается. И, безусловно, конечно же, она есть, только пользователь может пользоваться без бэкапа. Но мы на самом деле уведомляем пользователя о том, что бэкап необходимо сделать. Соответственно, всегда будет маячить на экранчике, что ваш кошелек, как бы он есть, да, вы можете им пользоваться, но, пожалуйста, сохраните вашу мнемонику в целях вашей безопасности, поскольку только при наличии мнемонической фразы можно будет этот кошелек восстановить либо же импортировать на другое устройство. Да, потому что фраза сид-фраза это то, что дает безопасность в блокчейне. Самое главное, что ее нужно будет хранить не только на кошельке, но еще и на, и на ну, что-то типа Ledger. Да, вот я сейчас немножко забегаю вперед. Мы будем делать такой продукт для смарт-блокчейна и, и для наших токенов и для коина. Как холодный кошелек наподобие Ledger или Трезора вот, разработка уже ведется будет очень интересная вещь инновативная. Вроде бы даже такого нету на рынке. Игорь, поправь меня, если я не прав. Но такого решения, которое мы используем, его по безопасности, во всяком случае, я его еще ни разу нигде не ни видел. Поэтому будет. Да, Алекс, это один из тех сюрпризов, которые мы готовим, безусловно, друзья мои, но давайте не будем забегать вперед, то есть, конечно же, хардварный кошелек, который позволит всем нашим пользователям безопасно, исключительно секьюрно использовать не только нашу э, криптовалюту, но ну, а также популярнейшие другие. Друзья мои, этот год будет по-настоящему фантастическим, и наши продукты, которые вы уже видите сейчас, они тому подтверждение. И скоро появится еще один дополняющий наш вылет с точки зрения безопасности. Уже просто-напросто будет невозможно подкопаться. Невозможно будет что-то подукрасть, подсмотреть, подслушать. Друзья мои, мы над этим работаем, и скоро каждый из вас получит возможность получить такой воллет. Так, еще вот так у нас есть тут. Игорь, ты подгрузил ко мне слайды, нет? А, да, наша последняя презентация есть. Ага. Вы в голосовом сообщении говорили, что слайдов не будет, но это Алекс, друзья мои. Alex не, 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 это не будет. Я сказал, что не будет а, общих слайдов. Это слайды, которые мне сейчас помогут определенные вещи объяснить. Да. Дело в том, что а, так, 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 так. так. Вот. Сейчас мы объясним, да, откуда берется ликвидность для смарта. Давайте спокойно. Сейчас мы все будем. Татьяна говорит, что очень тяжело приглашать людей на фермы, если цена ультимы постоянно падает за последнюю неделю больше 30% и тому подобное. Друзья, нужно всегда учитывать реалии рынка. Вы должны понимать, что люди, к сожалению, они любят покупать дорого, продавать дешево. Да, вот для профессионалов, Низкая цена – это повод купить. Да? Это сигнал, чтобы купить. Для людей, которые всегда что-то боятся, у которых нет стратегии и тому подобное, низкая цена – это всегда повод, чтобы продать чтобы выйти, слить и тому подобное. Я понимаю, что, что, например, если мы берем, например, наши монеты, сравнивать их с другими монетами, там, типа биткоина, эфира и тому подобное, очень сложно, потому что наши монеты, они сейчас, в принципе, находятся только на старте своего развития. Да? Потому что я вам всегда говорю, золотые правила 3-5 лет. Но мы запустили. У нас у нас в принципе наша задача состоит в том, чтобы создать экосистему, да, которую мы проработали, которую мы готовим к запуску, и чтобы в этой экосистеме у нас было много пользователей и у нас была монета, которую можно использовать массово я, я понимаю, что мы за последние там, два года запустили PLCU, PLCU Pro, а нет, подождите, у нас PLCU Pro, но она не была запущена, это PLCU, и по факту мы запустили PLCU X, да. Понятно, что PLCU мы раз, раздвоили на Classic и на PLCU, но опять же это все в рамках одного комьюнити, одного рынка, одной технологии, одной ликвидности. Здесь тоже нужно четко понимать, да, если мы заходим на, если мы заходим на графику любой, любой криптовалюты, мы видим, что в принципе все топ-10, они все падают, ну, кроме стейблкоинов, в течение двух лет. Вообще, я не знаю, Игорь, если у тебя будет возможность, покажи, пожалуйста, на CoinMarketCap, е. И вот сейчас мы вот, ну здесь я могу показать, в принципе, вот таким вот графиком. И вот здесь почему я показываю, потому что Татьяна написала, что очень тяжело приглашать людей на ферму, если цена ультима постоянно падает за последнюю неделю, например, 30%. Но опять же, чтобы вы понимали, ультима она только запустилась. У нее развития еще как такового не произошло. И для любого, кто сейчас заходит ультиме ниже даже тех же тех же 10 тысяч да вот, ну, там, 7 000, 6, там 600 сегодня было да там это самое то э, вы должны понимать что ферма больше становится для тех кто сейчас зашел по маленькому по меньше курсу они зашли игорь поправь меня если я не прав на более высокую ферму это значит сейчас когда цена отобьется, они будут иметь на 30, а то и 40 процентов больше вместительности фермы. Это, это и есть то преимущество, когда человек не боится, а грамотно, а грамотно работает. Потому что если цена растет, ферма уменьшается. Если цена падает, ферма увеличивается. Поэтому те люди, которые, вы говорите, страшно приглашать на падающий момент, наоборот, нужно сейчас приглашать больше, потому что ферма больше. Наша задача с вами сейчас просто развернуть монету и запустить ее. Так, Игорь, ничего, ничего не показывает, поэтому я сделаю себя побольше. И запустить ее в рост. Ага, здесь ты показываешь. Давай немножко посмотрим. И опять же, я вижу вижу одно, что вот мы сейчас запустили с вами и у нас была и ферма, у нас есть ферма, у нас есть и ваучеры, у нас в принципе полномасштабная это экономика, у нас есть и карты и чего только нет, да, чего только мы за эти годы с вами не сделали. Сейчас будут дополнительные продукты, но есть всегда одно но, на которое нам всегда говорят. Но цена падает. Если у вас такие большие продукты, почему цена падает, 3-10. Да все просто. Ферма очень большая. Наши продукты, они вне рынка. Стопроцентных кэшбэков не бывает в мире. И мы делаем... Такие вещи за счет того, что вносим инновации, за счет блокчейн-технологий, даже которые люди еще не понимают и не могут осмыслить, не могут поверить, и из страха или по другим каким-то причинам начинают просто нарушать правила, которые, возможно, даже еще не успели выучить, да, потому что нельзя монету всю продавать в рынок. Нельзя, потому что она начнет падать в цене. Вот если мы возьмем, например, биткоин, и вот просто, чтобы ответить на вопрос Татьяны, как продавать именно как на падающем рынке, друзья, весь рынок два года падает. Вот сегодняшнее падение биткоина. Ну, возьми, поставь на all, отмотай на ноябрь 2021 года, и вы увидите, что с 2021 года рынок весь вот, он, вот этот вот, там, там есть такой вот бегунок, чуть ниже, ниже бегунок, вот его на ноябрь, давай, давай, еще, 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 вправо, 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 еще, 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 вот, стоп, вот выглядит крипторынок последние два года ну, практически два года, с 21 сейчас 23 но ну, он будет потихоньку подрастать, я думаю, что они сейчас его еще продавят, ну, наверное, на 21, посмотрим, во всяком случае, так хотят, и говорят эксперты, что будут дальше его давить, вот. Но, опять же, весь рынок сейчас падающий, и наша задача с вами придумать, как сделать так, чтобы рынок рос. Единственная проблема невозможно сделать, если, если если монета не растет, она всегда падает. И наша задача ⁇ постоянно монете давать рост. Это значит, нужно исключить негатив, нужно исключить жалобы, нужно исключить всевозможное давление и тому подобное. Я понимаю, что не хочется. Да? легче же пойти там на кого написать вот такое вот письмо в чате или еще что-то, да, и излить все свои наболевшие ощущения за все прожитые годы. Это же, ну, кроме нас же некому выслушать. Поэтому я говорю о том, что этого нельзя допускать. Это яд. В нашем рынке этот яд, его распространять нельзя так негатива в крипте достаточно да возьмем например тот же биток его хотят там binance хотят э, разрушить э... Трон и остальные называют ценной бумагой, вызывают их там в суды, да, Coinbase пытаются тоже прикрыть и тому подобное. Да. Это очень такая серьезная вещь, которая происходит в крипторынке. И несмотря на это, крипторынку нужно сопротивляться. И наша задача тоже сопротивляться. Здесь, здесь мы сделали ставку на рост комьюнити и на рост продуктов. Поэтому мы за, за, запилили прям целый набор крутейших площадок, но я вижу одно, что цена играет решающую роль. Да, у нас с вами у нас с вами крутейший продукт, например, карта. Да? вообще ни у кого нет. Можем доставлять в 120 стран можем там есть евро доллары там есть онлайн-банкинг 3 10 но по сравнению с нашей комьюнити до да, которая там составляет практически мы там пересчитали что 2,8 миллиона пользователей у нас выдано 208 нет 250 извиняюсь 250 тысяч карт я надеюсь что за счет удвоения Удвоение, да, расслоение, что есть PLC-карта, будут сейчас ультима карты. Мы в, в целом выдадим 500 тысяч карт. Ну, это в принципе все те же самые, плюс-минус 250-300 тысяч человек. Там не будет 500 тысяч человек э, уникальных, да. И я вижу одно: что люди, люди теряют мотивацию из-за цены. Из-за цены. Просто даже, даже те, которые не хотят продавать, они все равно чувствуют себя демотивированными из-за цены, не понимая, что, что падающая цена – это нормально, это крипторынок. Но люди не хотят ее видеть. Ну, не хотят. И мы делали ставку на то, чтобы сделать экосистему, чтобы сделать, дать возможность добыть монету. Да? И все-таки рассчитывали на такой долгосрочный спокойный рост. Но людям нужно здесь и сейчас, нужно быстро-быстро. Опять же, здесь вот я даже читаю по сообщениям, что кто-то рассматривает криптовалюту как инвестицию, средство заработка. И третье-десятое, друзья, это просто из-за необразованности в этом рынке. Криптовалюта не является инструментом заработка. Криптовалюта это инструмент мультипликации, который работает по золотым правилам 3-5 лет. Нет никаких дивидендов, нет никакой пенсии, нет никаких пособий, нет никакой зарплаты. Этого всего в этом рынке нет. Есть только мультипликация в несколько раз. И здесь мы, конечно, боремся немножко не только с рынком потому что такого проекта, как мы, на рынке нет, мы боремся еще, собственно, комьюнити, в котором пытаемся объяснить правила рынка, он как не хотела понимать, к сожалению, в большинстве своей, так и не хочет, ну, скажем так, не можем мы до всех достучаться, не можем всех привести на вебинары, не можем всем, всех обучить, даже те, кого обучаем, просто с нами иногда бывает, ну, не согласны. И даже этот пример с биткоином условно никого в принципе не впечатляет, потому что да что нас волнует биткоин, если, если э, нас волнует только то, что у нас есть, и то, что мы работаем, и то, что проекты такого масштаба не делаются за месяц или за два, тоже в принципе по большому счету никого не волнует. Вы, доположи, здесь и сейчас. Ну, вот такое вот у нас, к сожалению, в комьюнити сформировалось мышление. Я долго думал, как сделать нам так, чтобы, чтобы мотивация вернулась по максимуму. Как сделать так, чтобы мы спокойно, как компания, делали наши продукты и давали их на рынок, а комьюнити гудела и бежала и, в принципе, праздновала, праздновала то, что мы с вами создаем. Тем более, нам же действительно осталось совсем недалеко до финиша. У нас практически все продукты готовы. Мы запускаем один за другим. Да, нам сейчас сложно за счет того, что а за счет того, что мы переехали с хорошо знакомого блокчейна на лайткоине, на смарт-блокчейн, нам приходится много что делать заново, включая тот же кошелек. Да? У нас уже есть кошельки, но нам приходится делать его новым. Но опять же, смарт блокчейн откроет перед нами и уже открывает просто двери, которые мы себе сегодня не можем представить. И в смарт блокчейн не идет речь, а здесь и сейчас. Здесь идет речь о следующих минимум 10 годах. Я не говорю сейчас про смарт-коин, я говорю о том, как мы сейчас будем следующие 10 лет развивать эту систему, потому что она огромная, она просто уникальная, и у нее, но ну, у нее просто невероятные возможности, и мы, хотим ими, и мы хотим ими всеми воспользоваться. Первый, конечно, шаг – это наш, наш кошелек. И, конечно, сейчас многие скажут, вот, кошелек запустили, а цена там, цена с марта не сильно поменялась, но потому что его еще увидели только единицы. Да, это пару тысяч человек, которые только его увидели, но мы еще не привязывали кошелек именно к нашей экосистеме. Он просто сейчас появился. Как мы его будем подвязывать, я вам сегодня расскажу. Да? Вот следующий вопрос, например, у меня тут такой был. Вы говорите, что при появлении кошелька смарт полетит, но как он полетит, если установят лишь пользователи нашей компании? Друзья, у нас почти 3 миллиона человек, да, 2,8. Сейчас все из всех монет заходят, заходят в смарт так или иначе, они все будут пользоваться, у каждого нашего пользователя, у которых есть там PLC, Classic или Ultimate, PLC U или X, у них у всех будет в конце концов, ну, Привязка к смарту у них у всех будет этот кошелек, потому что мы сейчас делаем прямое внедрение нашего кошелька во всю нашу инфраструктуру. И у всех ультимовцев тоже будет будет кошелек. Не будет больше никаких оплат с бирж напрямую, не будет. Будет сначала положив кошелек, а потом оплатить. Мы этот эти вопросы все решим. У каждого нашего пользователя будет кошелек. Теперь наша задача сделать так, чтобы. Ну, давайте, раз уж мы к смарту начали, значит, давайте, возможно, мы здесь и продолжим. Так, 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 так. Сейчас я коротко посмотрю, где тут у нас можно что-то нарисовать. Наверное, вот здесь что-то нарисовать. Дайте, воз... Дайте обратную связь, видно ли что-то я рисую или не видно. Вот я точечку поставил. Так. А что у меня виснет? Комнатка. Да, видно. Смотрите, друзья, у нас сейчас такая ситуация. Вот у нас есть кошелек, в котором у нас есть сейчас а, Smart. Да, вот у нас есть Smart. И вот у нас есть Ultima. И очень скоро, очень скоро у нас появятся другие такие, как там биткоин, эфир. USDT и тому подобное. Это следующая, следующая итерация нашего кошелька. Также очень скоро мы планируем, во всяком случае, мы думаем об этом, мы хотим интегрировать сюда нашу карту. Да, здесь должна быть наша карта, и тем самым, тем самым кошелек станет ну, очень крутым. Плюс, мы сейчас работаем над решением, чтобы у Смарта появился свой э, холодный, да, давай, так, давайте так назовем, холодный кошелек. Вот у нас типа Ledger или Trezor, это тоже будет интеграция с нашим кошельком, где люди могут реально хранить свои эссеты, свои, э, свои сбережения в крипте, не опасаясь ничего, здесь будет специальная, специальное дуальное шифрование мы я потом расскажу что это такое когда мы это запустим да и опять же в будущем у нас также будет свой dex да? вот у нас своя децентрализованная биржа да вот типа унисвопа или еще что-то да это свой своя dex которая будет тоже подвязана к нашим кошелькам и тому подобное, да, и, и возможно, даже будем да, прорабатывать, чтобы у нас были возможности подвязаться через кошелек соответственно ко всем таким даже транзакциям в холодном виде. Но опять же, это сейчас я просто вам говорю, что планируется для нашего смарта. Плюс, конечно, мы будем работать над токенизацией, и здесь появится еще различные токены, которые будут образовываться на нашем смарт-блокчейне. У нас очень большие возможности. Также на этом, э, на нашем кошельке у нас есть очень крутая возможность стейкинга. Да, вот у нас здесь еще можно. Так, я тут нарисовал немножко. Ну ладно, назовем это у нас стейкинг. Нарисуем, да, стейкинг, правильно, неправильно написал стейкинг, вроде правильно. Значит, но пока этой возможности нет. Но ликвидность создавать нужно. Что мы сейчас будем делать? Мы создаем на нашем кошельке, эм, так, мы создаем на нашем кошельке так называемый, как мы его правильно это назовем, эм, так называемый минимальный баланс. Давайте назовем его МБ. Минимальный баланс, который составляет просто сейчас у нас условно 100 смартов. Что это значит? Это значит, что все пользователи кошелька до того, как мы запустим функцию стейкинга, чтобы пользоваться кошельком, ну, должны положить всего лишь 100 смартов на баланс, который будет там лежать. Работать будет очень просто. Если есть... Если этого баланса нет, на этот кошелек можно только принимать монеты. Принимать, 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 принимать. Но если ты хочешь отослать с этого кошелька, то кнопка «Отсылать» у тебя включается только если смартов лежит больше 100. На, на этом кошельке причем что 100 это баланс который нельзя будет забрать до того момента как когда начнется стейкинг но опять же звучит 100 монет на самом деле это всего сколько там полтора почти 2 доллара от этого никто сильно не пострадает но как только мы да мы сейчас отдадим эти кошельки людям это установит, допустим, 1 миллион человек наш кошелек, просто для, даже для того, чтобы, чтобы из свопинга смарт забирать, то ему, каждому человеку, нужно будет положить, чтобы пользоваться кошельком, до момента, как мы запустим стейкинг, 100 смартов. Это 100 миллионов, на миллион кошелек, кошельков это 100 миллионов смартов, которые просто ложатся и не двигаются. Конечно, можно сказать, вот, Алекс, это, это э, что-то там, это плохо, это там, а как же так, а где же свобода, третья десятая. Друзья, кошелек только в самом начале. Нам нужно с вами создавать ликвидность. Вы почему-то всегда думаете, что только компания должна создавать ликвидность. Компании не создают ликвидность, компании создают оборотку, они создают спрос, они создают комьюнити, но ликвидность создает всегда сообщество. Если сообщество начинает монету скидывать, то, то конечно, монета падает. Если сообщество начинает монеты запасаться, монета начинает расти. Вот, например, один, вот два шага, из которых, которые мы сейчас в ближайшем будущем будем делать, чтобы обеспечить первоначальную ликвидность. Еще раз, это первоначальная ликвидность. Первый шаг – это мы сделаем обязательным использование кошелька. Никаких больше бесплатных транзакций из, дешборта сразу на, на биржу. Не будет этого. Никаких больше оплат ультимой или там даже с мартом или еще чем-то с биржи напрямую не будет этого. Мы решим это все очень просто. Сделаем оплату, которая должна пройти в течение пяти минут, и ни одна биржа за пять минут токен не выведет. А кошелек оплачивает в реальном времени. Да, поэтому как только люди увидят счетчик не 24 часа, как у нас сейчас, а 5 минут, то все прекрасно начнут пользоваться кошельком и начнет смарт работать и сжигаться как газ. Причем хочу отметить, что этот минимальный баланс не может быть использован как газ. Этот газ – это всегда сверху. Да? Например, если сейчас, ну, сейчас одна транзакция будет нам стоить 30-50 смартов, то на балансе, чтобы провести одну транзакцию, должно лежать 150 смартов. Да, чтобы послать ультиму, нужно, чтобы 100 смартов лежало, и 50 еще раз сожгется, если по, по одному центу, да, там, получается 100 смартов должно быть, лежать и сгорать. Таким образом, таким образом, ликвидность и спрос на смарт очень быстро вырастут. Тем более, не забывайте, что это только первые шаги. Это абсолютно первые шаги. Тем более, как только заработает в полную силу наша ультима, как только, как только и другие криптовалюты можно использовать будет на нашем смарте, то, конечно, число пользователей увеличится. Почему, наши, почему пользователи должны прийти именно в наш кошелек, а не пользоваться каким-то другим? Все очень просто. У нас присутствует там карта, у нас присутствует напрямую, будет присутствовать там карта, у нас будет присутствовать напрямую привязка к холодному кошельку. Людям просто не нужно будет ну, пользоваться там, тем же Ledger, 3-10. Опять же, система Ledger или там, того же Трезора, они не сильно отличаются какой-то супер, суперской безопасностью, потому что если получишь ты этот леджер в руки, и ты условно через бинокль узнал пароль, а зачастую люди ставят себе простейшие пароли и тому подобное, то, конечно, можно можно получить практически все активы в руки и тому подобное. Да? Это такая условная безопасность. Есть четкие алгоритмы безопасности, как нужно хранить криптовалюту. И мы постараемся в наших решениях их полностью учесть. Вот. Это первоначальная ликвидность и спрос, чтобы вы понимали, что наш кошелек станет просто ключевым элементом. Каждая покупка в Ультиме будет сжигать Смарт. Каждый вывод, каждый ввод будет использовать смарт как газ. Минимальный баланс, условно, ну сколько, 100 смартов. Ну, по, по сейчас и, и нужно и запасаться будет смартом, потому что даже когда он будет по 10 центов снова, минимальный баланс 100 смартов останется, поэтому это станет там, 10 долларов. Ну и даже 10 долларов там, в принципе, никто не умрет, а у нас, условно, 100 миллионов смартов будет просто, ну, просто будет запечатано. Если там смарт просядет на какую-то другую цифру, ну, значит, будет начальный баланс не 100 смартов, а 1000 смартов, да, и тому подобное. Ну, все время мы в фиатном мире мы постараемся остаться в таком нормальном понятии, а в криптомире, можно и побольше токенов заморозить. Да? Вот это первоначальные такие наблюдения, которые я хочу Не наблюдения, а первоначальные такие мысли, с которыми я хочу с вами поделиться, которые мы уже разрабатываем, прорабатываем, чтобы вы понимали, что у нас есть конкретный план, и СМАРТ не нужно судить по каким-то пару месяцев, потому что он только начинает разгоняться, он себя еще покажет, не нужно забегать вперед и говорить, ой, через три года, через три года там курс может упасть, третье, десятое, мы значит, набираем скорость. Мы набираем скорость. И через три года можем такую с вами экосистему от, отгрохать. Ого-го. Конечно, если мы будем три года сидеть и плакать и жаловаться и говорить, ой, а что же будет через 10 лет, а через 20 лет, оставьте это, пожалуйста, на другие отрасли жизни. На нас переводить это не нужно мы, это все равно на нас никак не влияет. У нас есть свои, своя скорость, у нас есть свои, свои какие-то... Мы получаем знания, опыт, мы делаем какие-то ошибки, мы их исправляем, мы движемся вперед. Неважно, что о нас там кто-то говорит, факт в том, что за последние 7 лет только мы на рынке. Только мы остались в нашем бизнесе на рынке. И в следующие 7 лет будет точно так же. Но за эти 7 лет мы разовьемся. Мы сейчас на другой технологии. Смарт-блокчейн – это просто какой-то летающий космический корабль, и мы вам это покажем. В каком это измерении мы могли думать о своей децентрализованной бирже? В каком измерении мы могли думать о своем холодном кошельке, о своем собственном… Ну, условно стейкинге, понятно, помимо фарминга и тому подобное, на технологии, а токенизации, что другие проекты будут запускать свои токены на наши технологии и тому подобное. Мы полностью сейчас меняем правила игры для самих себя. И это только что касается Смарта. Понятно, Смарт это сейчас долгоиграющая история. На следующий год нужно будет просто все эти проекты создать. Мы, конечно, сейчас разворачиваем целую инфраструктуру параллельно к Культиме. Это дополнительные, конечно, и косты, и разработка, и команды. И все равно смещается немножко фокус. Но опять же, Смарт это будущее. Это та технология, которая ну, способна практически на все. У нас раньше такой технологии никогда не не было. И вот мы сейчас, конечно, ценой проб и ошибок, ценой и вызовов, и падений, и жестких ударов, но опять же, мы, ребята, бывалые, не слабые, мы знаем, что как говорится, сталь закаляется в огне, мы не собираемся никуда отступать, сдаваться или еще что-то. Мы никогда не были настолько крутыми, никогда не были настолько сильными, никогда у нас не было таких технологий, просто никогда. В таких перспектив тем более. Мы мечтали, понимаете, одно дело мечтать кем-то стать, и другое дело этим кем-то действительно становиться и чувствовать, что ты становишься вот этим титаном, и за счет наших продуктов, за счет наших технологий мы туда и двигаемся. Теперь, что касается ультима, друзья. Дело в том, что мы мы сейчас делаем достаточно кардинальные такие такие кардинальные шаги. Дело в том, что моя задача или наша задача с вами создать токен, с которой имеет функцию, платежную функцию, функцию заработка и функцию мультипликации. Заработок, понятно, да, я говорю, что на криптовалюте именно ну, начать зарабатывать, это дополнительные функции, которыми нужно обучаться пользоваться да? это построение тех же команд это это система дубликации там и тому подобное да это это то что у нас тоже присутствует токен как как токен он должен быть именно системой мультипликации и я все таки хочу да мы очень сильно разогнались за последние полтора года и с такой скоростью просто невозможно до всех достучаться невозможно всех обучать Учить, показать рассказать тем более все равно коммуникация происходит не напрямую от меня или от компании а там через через 1 2 3 10 сотого, понимаете это всегда немножко искажает и картину и мотивацию и тому подобное но эти три функции мы несем в рынок мы должны стать платежным средством, мы должны стать способом заработка и мы должны стать способом мультипликации. Друзья, для этого у нас есть, когда мы запустили токен, мы с вами проработали систему, что будет всего 20 тысяч токенов. И теперь вы видите, что это начальный supply, initial supply. И теперь у нас есть вторая строчка, это max supply. Это всего количество токенов, которые можно, которые можно добыть, друзья. И мы с вами приближались, запустились там с 11 миллионами, увидели в реале, что это миллион, это тоже очень много. И сейчас с ультимой было принято решение снизить макс суплай до 100 тысяч токенов и не токена больше. Сейчас, сейчас мы работаем над технологией, чтобы было просто невозможно произвести дополнительный токен никакими там судьбами. Понятно, что в такой системе, как биткоин, это легче сделать, можно в коде запрограммировать. На технологии трона тем более, что Ultima это токен, да, а токен можно в принципе допечатывать достаточно долго и много. Вы видите, на USDT как-то это делается, да, свободно можно допечатывать. То эту функцию допечатывания вообще производства токенов она будет полностью уничтожена после того, как на на рынок, что нет, не, не после того, она будет уже в ближайшее время полностью э, уничтожена для того, чтобы больше чем 100 тысяч токенов на рынок никогда не пришло. Сами понимаете, у нас там 3, почти 3 миллиона пользователей. На каждого разделите на 100, 100, тысяч, 100 тысяч монет разделите на 3 миллиона пользователей. Вот 0,3 монеты каждому максимум может достаться. А мы сейчас будем делать так, чтобы действительно этим токеном захотелось владеть каждому человеку в нашей комьюнити. Просто я понимаю, что. Я понимаю, что э, все хотят добывать. Страшно, не страшно. Нужно через это все... Переступать. Мы еще раз говорю, мы создали с вами крутейшую экосистему, мы с вами создали крутейшую, крутейшую модель, как можно действительно получать прибыль от криптовалюты, как можно использовать криптовалюту в реальном секторе, в реальной, в реальном мире, в реальном секторе экономики. Это все мы сделали, но теперь нужно делать. И, и по ряду причин у людей сформировались определенные паттерны поведения. Кто-то боится, пытается быстро заскочить, выскочить, кто-то не трогает, кто-то понимает, как на этом зарабатывать долгосроки, кто-то научился строить команды, кто-то научился зарабатывать при любом раскладе. Все эти модели поведения у нас присутствуют. Но что мы делаем? Мы сейчас сокращаем добычу монет просто навсегда до какого-то невероятного минимума. Что такое 100 тысяч монет? И я... Почему мы это делаем? Я вам сказал, что я не собираюсь отступать или сдаваться. Смарт и Ультима будут величайшими монетами. Да, смарту сейчас будет немножко тяжелее, Ультиме она более взрывная, более такая краткосрочная. Смарт он более такой стабильно, стабильно растущий, но долгосрочный. Просто за, за счет того, что он медленнее разгоняется. Но мы разгоним его. Мы дадим ему такие продукты, которые заставят смарт расти. И для смарта у меня еще есть планы, как сделать так, чтобы вернулся он очень быстро на своей отметке около 10 центов. Еще раз. Давайте вот мы этот момент проговорим. Давайте. А, так. А, вот Нурлан пишет, держите цену 0.1 центов с марта, желательно, чтобы цена росла. Нурлан, так помогайте держать, помогайте. Просто сказать, держите, давайте, вот это все равно, что я вам скажу, так давайте выстроим э, биткоин опять на 100 тысяч, хочется продать так сильно, давайте мы его пропампим, невозможно это сделать, невозможно, потому что как только я начну держать, вы начнете продавать. И вы начнете все мои усилия убивать на корню. Потому что э, когда вы начнете продавать, вы начнете всем рассказывать, что вы продаете, и они все увидят это на бирже и польется поток. Потому что люди не были сейчас на вебинаре, они не услышали, они не, не поняли, что новый функционал приходит, полные э, на, просто вы, вы, они вырвутся из своего какого-то э, какого-то информационного поля и пойдут что-то делать даже не обдуман, даже не обдуман. Поэтому наша задача с вами выстроить экосистему. И да, нужно ждать. В криптовалюте ждать это нормально. И даже если сильно хочется, и даже если не хочется, все равно придется всем ждать, потому что невозможно за такое короткое время, как за год или даже за два, выстроить такую ликвидность при нынешнем поведении нашего комьюнити, чтобы обеспечить всю ту скорость, которую мы делаем. Она же не предназначена для одного года она же предназначена для многих лет, чтобы дать ресурс, которого у людей до нас вообще не было. Даже намека на этот ресурс не было. И сейчас мы его создаем для того, чтобы, для того, чтобы построить эту экосистему, потому что ну, нам же тоже без комьюнити экосистему не построить. И с одной стороны, мы нужны вам, а вы нужны нам чтобы построить огромную экосистему, в которой начнется работа по, по заработку, при умножению и где действительно начнутся делать серьезные прибыли. Посмотрите, что на рынке происходит. Ну где можно заработать хотя бы 10% реальных, 10% годовых? Вот и все. Ну и только в местной валюте, если инфляция 15. Об этом я и говорю. И пусть не рассказывают мне трейдеры, что можно натрейдить. Это, знаете, я, меня по всем чатам банят в, в, крипто. когда я начинаю обучать, вот мне скриншоты, они меня банят и говорят, ты запарил, не открывай людям глаза. Не открывай людям глаза. У, уйди со своими золотыми правилами. Уйди с, этими, с этой теорией. Мы их, они что пишут? Начал, 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 начал курс падать, продавай. Спасай свое. Для чего? Чтобы люди зафиксировали убыток. Хорошо, давайте не будем отвлекаться. А, а, давайте про, проговорим этот факт. Вы понимаете, что количество добычи токенов навсегда будет ограничено 100 тысячами монет, и это еще разбив на 5 лет. Да, это не сейчас. Это, не, это, это примерно то количество монет, которые выйдут на рынок за пять лет давайте мы так вот значит как мы на что мы сейчас обращаем внимание Дело в том, что мы, опять же, это сейчас такие первоначальные слайды, я потом это обновлю в презентации. Я хочу просто вам рассказать о том, что мы вводим систему замораживания и систему сжигания в Ultima Token. Ту систему, которую мы когда-то с вами хот... ну, планировали вести, мы ее начали вести, но за счет перепроизводства мы прекратили. Ну, она она, скажем так, не сработала просто потому, что у нас времени чуть не хватило, чтобы ну, переехали на другую технологию, пришлось пере... передвигать время сдачи наших продуктов. И сейчас на самом деле те гениальные решения, которые мы тогда с вами внедряли, пришло время их внедрить в нашу существующую ультиму, тем более если максимальная добыча монеты сейчас ограничивается на 100 тысяч монет, и то это за 5 лет. Каждое, что такое сжигание, что такое заморозка? Дело в том, что, ну, к примеру, если мы возьмем как работает наша ферма, она, например, замораживает да, монету на 5 лет, через 5 лет только возвращается. Как работает наш кэшбэк, он, в принципе, тоже изначально замораживает монету и тому подобное. Вот заморозка это системы кэшбэка, которые будут распространяться не только на ваучеры или еще что-то. в будущем, чтобы вы понимали системы заморозки, они будут. И система сжигания у нас будет несколько систем сжигания. Это первая система сжигания. Это действительно один процент за каждую транзакцию в Ультиме будет улетать, да, он будет, он будет уходить из оборота и дополнительные продукты, которые будут Нацеливаться чисто на сжигание монеты. Чисто на сжигание монеты. Это будет дополнительная линейка продуктов, где человек за монету что-то покупает и она уходит из оборота, ну или полностью она сжигается, или на какое-то очень длительное время. Опять же, будем смотреть по состоянию, пока она, конечно, все идет на сжигание. Здесь очень важно понимать, что параллельно мы с вами запускаем массу продуктов, те, которые уже есть, это и карта, это и ваучеры, это и marketplace, это и биржа, которая планируется вот-вот запуститься, да, и опять же она не будет не только централизованной, еще и но Опять же, это такие большие проекты, которыми, которые нужно ну, к ним нужно серьезно готовиться. И э, пла платформа путешествий и аукционная площадка — это все то, что сейчас находится в проработке. Понятно, что э, хочется, чтобы мы их уже запустили. Техническая готовность присутствует, к сожалению, э, запустить ну, скажем так, площадку на техническом уровне и на продуктовом уровне – это две разные задачи, которые просто так ну, нельзя сделать. Да? И нужно… Продукт – это продукт, это выделенная команда, это выделенный суппорт, это выделенная вообще бизнес-экономика и тому подобное. Это, это не просто так сделать, это нужно тщательно к этому подготовиться. Потому что выпустить что-то, что потом не работает, и мы не можем развивать, только должны поддерживать, это тоже не выход, да и вы это тоже не оцените. Наша задача сейчас сделать все для того, чтобы максимально... Ультима начала расти и максимально начал э, расти Смарт в перспективе следующих 2-3 месяцев. Ну, опять же, э, на эту перспективу мы сейчас и работаем. Э, только то, что мы сейчас с вами снизили э, supply, да, и производство монет ну, в 10 раз еще, это очень большой шаг тем более, который еще разбит на 5 лет, который еще ограничен выводом 1% в день, это очень серьезное сокращение предложения на рынке при запуске наших продуктов. Это может дать очень серьезный пуш наверх. Это очень важные такие моменты. Так, Поехали, дальше, дальше, дальше. Итак, ну как работает ферма, тут ничего нового, да, это нужно купить минтер, заполнить ферму Ультима, и она начнет производить. В принципе, это все легко, просто и быстро. И здесь очень важный фактор, и еще раз нужно понять, что 20 тысяч монет сейчас есть на рынке. Ну, точнее, они, они не есть на рынке, они есть в блокчейне на рынке. У нас всего там плюс-минус... Ну, чуть меньше 2000 монет, что-то 1400, что-то типа такого. Вот. И э, из этих 20 тысяч будут произведены максимально 100 тысяч монет за 5 лет по 20 процентов на каждый год причем что скорость добычи здесь очень тоже важная вещь снижается очень сильно каждую вы же видите каждую неделю на 10 процентов и все кто сейчас понимает что токенов мало не миллион всего 100 тысяч мы 100 тысяч с вами с такой скоростью создадим достаточно быстро это как раз то время которая нам понадобится, чтобы запустить наши, наши, наши продукты, нашу экосистему и тому подобное. Самое главное, что нужно понимать, что если курс растет, значит ферма уменьшается. Если курс падает, значит ферма увеличивается. Так что просто нужно... Нужно понимать, идите, пойдите, посмотрите, что моментальную слабость, которую на рынке регулярно появляется, просто из-за из того, что у нас не хватает бирж, да, мы сейчас находимся на Коинсбите, недостаточно, недостаточно и обслуживания у этой биржи для нашей комьюнити этого мало. Мы находимся сейчас в листинге на дополнительных биржах, как только они появятся, две в частности, то совершенно ситуация очень кардинальным образом поменяется также мы интегрируем сейчас Ultima и Smart в нашу карту это тоже дополнительный процесс который даст очень серьезный такой пуш ну и опять же нужно всем понимать что Ultima и Smart это финальные монеты мы делаем ну смарт точно никуда не денется, потому что мы, его, мы, все, мы, мы с ним, как говорится, зарубились, мы сейчас будем его прокачивать для того, чтобы все наша, вся наша комьюнити, чтобы она понимала, что это монета, которая действительно ну, будет работать всегда, это наша материнская монета, на ней будет построена вся экосистема, на ней будет построен весь, весь наш мир, и от нее будет зависеть все. Поэтому ее мы не оставим, не бросим, не дадим ей умереть и тому подобное. Мы будем ее растить, развивать, развивать и еще раз развивать. Расти выше 10 центов монета в ближайшие, там, не знаю, там, 3-5 лет точно не должна и не будет, просто потому что мы планируем за счет этого роста, если он э, наконец начнет э, свершаться, просто больше монет отсыпать из свопинга на рынок, чтобы люди смогли больше насытиться и быстрее насытиться монетами смарт. Я думаю, что э, как только появится, вот ну, сейчас первый такой продукт для смарта появился, это кошелек, он сейчас придет еще в сторы и увидите, что э, доверие к смарту, оно повышается. Нам нужны просто биржи, кошелек, стейкинг, и нам нужен CoinMarketCap. Вот эти вот четыре вещи, которые нам необходимы. И пятое, это, конечно, обязательное использование нашего кошелька. Но я думаю, что никто здесь не будет против обязательного использования кошелька, потому что, в принципе, это тот инструмент, который должен быть у каждого, кто находится в нашей комьюнити. Ну, чтобы смарт имел возможность не только насвопаться, но еще и покупаться, продаваться, приниматься в качестве оплаты и тому подобное. Для смарт это тоже все предусмотрено. Ну и, самое важное, ну и самая важная вещь. Дело в том, что когда я говорю, что если токен не растет, он падает, или коин не растет, он падает, это относится ко всем монетам. И наша с вами задача помогать ему расти. Мы с вами полностью получили такой и урок, и экспертизу из тех монет, которые запускались в прошлом, позапрошлом году. И у нас с вами достаточно неплохо все получилось. Некоторые вещи мы не учли, такие как поведенческий фактор комьюнити, как страх, паника и тому подобное. Но это просто достаточно субъективные такие вещи, которые невозможно просчитать. Вот. И, конечно, поведение биржи тоже сложно было просчитать. Сами помните, когда на PLCX образовалась огромная очередь, которая начала всех пугать. Люди начали бояться, что они вдруг не не смогут продать, и в результате в результате, когда люди не перестали понимать, если они, например, неделю не продают монету, и они стоят в очереди, почему она не продается неделю. Да, но просто не мэчилась монета, должна продаваться. Поэтому и это ожидание, и то, что, то, что монету нужно держать и ждать, но, ну, в принципе, мало было кому понятно, потому что мало кто ходит на вебинары, на обучение и слушает мои сообщения. Да, из трех там, практически миллионов комьюнити, там 2,5 у нас на тот момент было, ну, кто реально, сколько ходят реально на вебинары, да, кто, сколько ходят реально слушать мои сообщения, сколько реально чему-то обучаются или вообще во что-нибудь вникают. Очень маленькое количество. И, конечно, пока нет такого серьезного проникновения моего 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 обучения в комьюнити стратегии в комьюнити то каждый делает что хочет в результате в результате вредит сам себе опять же это была такая модель которая на бирже мы увидели она не может сработать потому что потому что люди у людей просто непонимание, нету понимания что нужно ждать это понимание нужно сформировать. И мы его сейчас будем формировать за счет того, что у нас с вами есть ваучерные пакеты. Что такое ваучерный пакет? Ваучерный пакет, когда вы покупаете условно там за 12 тысяч себе или, там, за, сколько, за 13 тысяч, там 200 ваучерный пакет, и вам условно 1100 каждый месяц приходит в виде там, ваучера на USDT или на карточку, или на, на Amazon, там, или еще что-то. Да? И здесь нет ни у кого никаких вопросов, что ваучер приходит каждый месяц в определенное время и тому подобное. Мы сейчас делаем двойную такую систему. У нас токен будет абсолютно, ультима токен будет абсолютно свободным на рынке, чтобы не было никаких очередей, чтобы не было никакое, никакого пони, непонимания или недопонимания или паники или еще чего-то. Но мы делаем такой островок стабильности, где люди могут спокойно за свою ультиму купить себе ваучерный пакет по фиксированному курсу в 10 тысяч долларов. Это значит, за одну ультиму человек может купить 10 тысяч так называемых ультима-поинтов. Ультима-поинты, не пугайтесь, это в будущей системе мы будем переименовывать, заменять наши шопинг шопинг да, это просто мы делаем эти пункты более глобальными. шопинг поинты только для ваучеров, а Ультима-пойнты они будут и для ваучеров, они будут и для аукциона, они будут и для маркетплейса и тому подобное, да, да. На маркетплейсе, например, тоже интересно будет, что будут товары, которые стоят нормальных денег, да, определенные товары, там, велосипеды, мотоциклы или еще что ну, простые, да, товары, там, какие-нибудь там кастрюли, поварешки, там, крема, продукты питания или еще что-то, нормальный маркетплейс, да. И там тоже можно будет закупаться за эти ультима поинты. Почему поинты нельзя? Видите, сейчас приходит регуляция, и вот прямого касания Товаров и крипты, к сожалению, в будущем мы не предвидим. Я думаю, что это будет все более запрещаться. Поэтому касание товара и пунктов, оно разрешено каких-то пунктов, а пункты вы уже будете приобретать именно за ультиму. Но опять же, здесь фишка заключается в том, что, к примеру, сейчас вот на, возьмем там, рыночный курс ультимы, условно, там, 6 тысяч долларов. И у вас будет выбор, у вас есть одна ультима, и у вас будет выбор пойти и продать эту ультиму за 6 тысяч долларов на бирже или взять эту одну ультиму, купить себе за 10 тысяч э, ваучерный пакет и спокойно в течение года, в течение, там, в течение того времени, сколько вы, на какой срок вы купили или сколько ваучеров вы купили, вы спокойно уже по зафиксированному курсу э, сможете, сможете получать, не опасаясь какого-то там провала в курсе или еще что-то, да, допустим, даже если условно ультима, там, не знаю, улетела на тысячу долларов, вы возьмете ультиму за 10 тысяч, ее точно так же отоварите через ультима поинты и все. И здесь очень важная вещь, что здесь нет никакой очереди, здесь нет никакой паники, нет никакого ажиотажа. Люди пользуются уже примерно 12 месяцев ваучерами, до сих пор сейчас пользуются. Ваучеры приходят в срок, вовремя и тому подобное. И таким образом, и опять же, это вообще Просто все по желанию. Да? Хочешь, делаешь, хочешь, не делаешь. Это просто как дополнительная такая возможность просто по стабильному фиксированному, по стабильной фиксированной стоимости этим ультимой воспользоваться в реальном мире. Это очень важная вещь. Это то, что мы хотели реализовать тогда там, в X, но не получилось из-за из -за, из, -за, из -за биржи. Да, у нас не было тогда такого инструмента, как ваучеры. Ну, мы его только тестировали, не было у нас этого. И вот именно из-за характеристики биржи, да еще и потому что сбит и сами понимаете, как там все работало в результате. Ну и плюс, конечно, все было настолько на виду и пугающе, что по факту просто человек страх не позволил нам реализовать эту модель в полной в полную силу эту модель мы сейчас здесь реализуем именно через полномасштабное проникновение в реальный сектор экономики и людям будет спокойно Никто не будет бояться падающего курса, наоборот, побегут. Вот сейчас вот представьте, что сейчас бы произошло, представьте, эта модель бы сейчас уже работала, люди бы уже побежали на биржу, схватили бы токен по 6 тысяч и поднесли его сюда, реализовывать его по 10 и забрать уже, сколько там сколько это процентов от 6 до 10, это у нас почти 80 да? Да, процентов профита. Потому что когда с 10 до 60 падает, это минус 40%, а когда с 60 на, 8, на, на, с 6 на, на 10 растет, это уже сколько? Это уже 80%. Да? Плюс, это тоже такая математика. Уважаемая Каролина, я знаю, что там зовут какую-то это самое. Я не могу комментировать другие компании, но опять же расслабьтесь посмотрите на, на это все дело через 12 месяцев и увидите что и как я думаю что не стоит подрываться так 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 Можете сделать 100 смарт минимум депозит по всем площадкам. Да, мы можем экспериментировать по смарту. Давайте мы здесь просто сейчас, чтобы не прыгать, потому что вопросов много, давайте мы, давайте мы, я хотел бы услышать ваш фидбэк. Вот у нас есть Ultima токен который сейчас ограничивается в своей добыче, снижается до максимально 100 тысяч токенов за 5 лет по 20% на каждый год и который в принципе ограничивается его присутствие ограничивается также 1 процент 1 выводом в день именно на рынок параллельно мы делаем возможность свободной торговли да ультима пожалуйста делать что хотите карты биржи и тому подобное да p2p но с другой стороны даем возможность именно стабильной реализации токена в реальном секторе экономики. Понятно, что токен имеет очень сильную скорость, очень сильную волатильность, поэтому приходится реализовывать через ваучерные пакеты, но по-другому никак, потому что токену проникнуть в реальный сектор экономики практически невозможно, это очень сложно сделать. Вот поэтому давайте мы пос Ультима-поинты можем купить для карты. Да, конечно, где можно использовать ультима-поинты, пункты. Да? Опять же, это просто сейчас название, которое будет в будущем. Пока есть у, у нас все шопинг-поинты, все дела. Но и чтобы вы понимали, куда все идет, как мы глобально будем сейчас с этим разбираться, к этому готовиться и куда вообще наш путь идет. а путь идет наш туда, что мы в принципе начинаем начинаем двигаться простыми проверенными способами. Нам нужно, Маленькое количество монет нам нужно а, ограниченное количество монет, там не миллионы, а 100 тысяч. Я думаю, при нашем раскладе с нашим опытом этого более чем достаточно. Нам нужно чтобы эти 100 тысяч монет пошли на рынок очень медленно, поэтому у нас пяти, хоть и быстрая добыча, но а, получение или при, приток монет именно на рынок он пятилетние, очень медленные, что даст возможность монете стабилизироваться и хорошенько развиться, раскрутиться и вырасти. Дальше мы, сжиг... мы вводим пожизненное сжигание, 1% на процент за транзакцию. Вы помните, это очень хорошо работало, баснословные какие-то цифры сжигало. Ну и, конечно, развиваем нашу комьюнити, нашу экосистему, дабы развить спрос и ликвидность евгений написал очень понравилось хорошее решение так добыть в 9 раз больше токенов и обналичить по курсу 10 тысяч через ваучер – отличный профит ну да но опять же опять же в течение определенного времени и добыть конечно намного дольше, чем даже работа ваучеров. Но я думаю, понимаете, опять же, нам нужно, нам нужно немножко притормаживать систему просто потому, что ну, токен развивается много быстрее, чем реальный сектор экономики. Вы же видите, как трудно и долго вы выводятся продукты на рынок, как как трудно развивается комьюнити, да, учитывая Весь фон, который может создаться там в течение месяца, и тому подобное, а нам нужно постоянно что-то доказывать, нужно постоянно что-то деливерить, нужно постоянно всех всех успокаивать, убеждать и, и и тому подобное. Да, и напоминать, куда мы идем и тому подобное. Это тоже очень достаточно серьезная работа. Когда ультимы по 10 тысяч, можно будет купить поинты. Ну, я думаю, что где-то в пределах 3-4 недель мы сможем этот функционал уже полностью представить. Поэтому сейчас выгодно, очень выгодно забирать ферму. И именно даже ферму, нет, не ваучеры, а ферму, потому что скорость 9,8, она падает практически каждую неделю. Нужно, опять же, вы должны понимать, что Скорость она большая. И в эти 100 тысяч монет зайдут только те люди, которые понимают, что нужно действовать здесь и сейчас. Все хотят зарабатывать здесь и сейчас, а я говорю, что нужно действовать здесь и сейчас. И зара... Потому что зарабатывать вам нужно будет и получать деньги не только здесь и сейчас. Их нужно будет получать и через месяц, и через год, и через пять лет, и через десять. Это все часть одного плана, который вам нужно построить. Все хотят почему-то быстро многое сейчас. И потом, оно, знаете, ну, у нас были примеры. В нашей комьюнити сотни тысяч людей заработали просто колоссальные деньги. И что? Они их все потратили. В этом вся фишка, сколько бы ты денег не заработал, ты все равно все тратишь. Вот такое вот у них есть свойство. И поэтому нужно иметь расчеты на краткосрочные доходы, на долгосрочные доходы, чтобы, как говорится, на все хватило. И сейчас у нас, ну, в принципе, это... Та возможность затариться монетой, которая, ну, которая очень ограниченная, на которую будет возложена вся экосистема, и действовать нужно здесь и сейчас. Так, продукт шикарный, возможности тоже, только действительно наше сообщество пока чуть не, не да, понимает. Даст Бог, все у нас будет отлично, обучением надо срочно заняться, всем нам параллельно. Да, на самом деле нам нужно просто, просто понять, что деньги на деревьях не растут, их нужно зарабатывать. А зарабатывается построением комьюнити, построением ликвидности, построением продуктов, спроса, уменьшение э, предложения на рынке, сжиганием и тому подобное. Нам нужно большое количество транзакций, нам нужно хороший продукт, нам нужно э, живое, э, положительно настроенное комьюнити, и наша боль, она заключается в чем? Вы должны понимать, что в крипторынке правила такие. 95% вылетают в минуса и все теряют. А 5% живут припеваючи. И наша боль заключается в том, что мы с этим не согласны, что мы пытаемся все 100% взять с собой. Почему на смарте такая большая сейчас нагрузка? Потому что там все 100% нашей комьюнити, и мы никому не даем что-то где-то потерять. Да, нужно ждать но никто ничего не теряет. Да, нужно выстраивать, наращивать, копить, складывать, приумножать, но никто ничего не теряет. В этом вся фишка. Неважно, куда вы пойдете, в биткоин или в мемкоин или еще куда-то, 95% выходят не просто в минус, а в тотальные, в тотальные потери. Ну, остается, может, 10, может, 5% от, 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 от бюджетированных средств. Остальное все улетает безвозвратно. Так, а у нас со другой подход. У нас подход в том, что мы берем все 100% и никому не даем ничего потерять. Вы, да, нужно будет двигаться, да, нужно быть активным, да, нужно ждать, да, нужно идти по каким-то шагам, да, нужно там переходить с одной технологии в другую. Но, но я вам одно скажу: за последние 7 лет более 50 тысяч компаний умерли, и только за последний год умерло более 100 тысяч токенов. И эти токены, эти все компании, все бы отдали за наш свопинг. Они бы все бы отдали за нашу ультиму. Они бы все бы отдали за наши кошельки, за наши карты, за наши биржи, за, нашу, за наш краудфандинг, за наши ваучеры. Они бы все бы отдали. Но их нет. Они все умерли, обанкротились, ушли с рынка и никогда не вернутся. И шансов на какое-то возрождение нет. Поэтому все познается в сравнении. Да, как я говорю, почему нам дается все так тяжело? Да, тяжело. Зато все. И пусть будет тяжело, зато мы получим все. Вот и все правило. Так, можно еще 0,0,1 ультима на кошельке морозить. Да можно по-разному делать, создавать ликвидность. Ультима сейчас будет, поймите, когда а, вы, мы поймем, что ультима выжигается с каждой транзакции 1%. Понимаете, если условно 100 монет послать 100 раз, сожгется и 1% сжигается, то по факту сгорит практически 100 монет. Понимаете, это вот, вот, и вся, вот и вся история. Поэтому, поэтому сжигание за транзакцию очень крутое. А мы будем внедрять во все наши продукты, вот это 1% тут, 1% там, оно будет уходить, уходить, уходить. И от 100 тысяч монет, вы посмотрите, даже на, нашу, на наш PLCU, да, на, на на классик посмотреть напечатано было в сумме 1 миллион монет 600 тысяч монет уже сожглось и оно дальше ждется это и это без без дополнительных вещей понимаете и она будет дальше выжигаться вот и когда ультима 100 тысяч токенов это вообще ничего так что все, кто сейчас там что-то продает, ну хорошо, вы будете э, кусать локти, когда монета отстрельнет, да, возможно, мы не стрельнем за год, за два или за три, на сто тысяч, а возможно и сделаем. Все зависит от нас. Мы уже были, у нас уже были с вами... Э, возможности, где мы взлетали на 100 тысяч. Это все в наших руках. Нам нужно просто в это самим поверить и нужно начинать реально работать. Перестать негативить в чатах, перестать обсуждать, перестать там жаловаться и еще что-то. И, это все оставить, оставить нужно для реальной жизни, да, для, для выпуска новостей. Вот когда они новости нам включают по телевизору, вот туда весь негатив, вот в этот ящик туда подальше. В Технологию этого всего сделать нельзя. Нельзя этого делать, потому что негатив самый большой враг крипты. Посмотрите на биток, почему он не поднимается, его просто изничтожают негативными новостями. Точно так же здесь мы не сможем с этим бороться, если наша комьюнити нас не поддержит. Единственный вариант заставить монету расти, просто заставить, несмотря ни на что, и что мы и делаем. Видите, мы просто сейчас начнем заставлять монету с жестким ограничением, с жестким дефицитом, снижением добычи, сжиганием, заморозкой и тому подобное. Мы заставим монету начинать разворачиваться и двигать вперед. А то, что, а потом мы сейчас дойдем до 10, мы вернемся на 10 тысяч, как раз доделаем наш индикатор, и вообще, и вообще вы начнется феерия. Поэтому... Дожди. Нужно сейчас понять, что нужно сейчас как можно сильнее сделать упор на ферму. Ваучеры, это все, конечно, хорошо, но мы сейчас делаем ставку все-таки на токен. Мы делаем ставку на токен и мы будем пушить токен, чтобы все мы увидели 100 тысяч. Мы увидим эти 100 тысяч за счет сжигания, за счет дефицита, за счет спроса, за счет продуктов, за счет заморозки и тому подобное. Продукты, которые сейчас придут в дополнение к ваучерам, это очень мощные площадки, очень мощные. Они заморозят все, а все, что они заморозят, сожгут. Вот и все. И даже эти фермы не успеют. Надо, надо, надо бывать э, столько, чтобы заполонить рынок, а оно будет растягиваться на долгосрок, чтобы монета могла оставаться устойчивой и прекрасно показывать долгосрочный рост. Пусть не такой взрывной, что там на, на тысячу каждый день там растет. Нет. Нам 5% в месяц вот так вот хватит. И мы всеми силами будем его поддерживать. Да, нам нужно сейчас было немножко структурироваться, нужно было тоже немножко понять, потому что мы пошли по двум путям. С одной стороны монета, с другой стороны реальный сектор экономики. Все-таки мы отприоритизовались. Приоритет номер один – это наш токен, который мы сейчас будем направлять на 100 тысяч долларов. И второй – это приоритет, это реальный сектор экономики, который служит поддерживающим фактором. Это очень важно. Фактором, фактором стабильности, фактором такой уравновешенности. И где человеку не страшно? Не страшно. Ну, посмотрите на тот же на свопинг и другие монеты. Люди бегут на биржу, покупают другие монеты, чтобы подсвопать с сумасшедшим, сумасшедшим X-фактором. И, и, и все довольны все прекрасно, все довольны. На смарт сейчас мы тоже, вы увидели, начинаем создавать ликвидность и полный вперед. Так, а если цена Ultima будет расти, то как будет работать система Ultima Token? Чего? Так и будет работать. А как работает? Все будут, будет все расти, все будет гудеть, все будут бежать, будут радоваться, кричать ура и увеличивать комьюнити до 100 миллионов так и будет работать. Рекомендую минимум на год заморозить производство Ultima. И что? Да не, не в заморозке дело, а нам нужно количество транзакций, нужно использовать, нужно комьюнити растить. Поймите, всегда нужно увеличивать комьюнити. У нас сейчас комьюнити запаковано токеном. Нам нужно, точно так же, как и ну, запаковано токенами, да? сейчас там смарт там, запаковывается и там, тому подобное, нужно сейчас раскрывать комьюнити. Да, у нас 2,8 миллиона, но ну, это ничего, мы можем спокойно увеличиваться в 10 раз. И тогда у нас будет серьезный рост. Если бы у нас сейчас было не 2,8, а 28, 30 или 50, или даже 100, у нас бы совсем другая была картина. И нам до этого нужно еще дойти. И вот поэтому затягиваем пояс посильнее, накачиваемся позитивом. И я еще раз скажу, мы никогда не остановимся и никогда не сдадимся. Пока не победим, и мы увидим ультиму на 100 тысячах, и мы увидим в нашей комьюнити 100 миллионов. Мы дойдем не так, так по-другому. И раз у раз ваучера не дают такого взрывного роста именно за счет того, что ну сектор реальный сектор экономики просто по-другому растет, у него нет этих скоростей. Значит, мы будем увеличивать, мы будем идти на росте токена, на скорость развития токена, и реальный сектор экономики будет нам просто помогать. В стабилизировании, в дополнительном привлечении, да, в привлекательности нашего продукта, потому что ну, токен токеном, а использовать его в реальном рынке всем хочется. Так, не хватает ежедневных сообщений. Ну вот сегодня было. Я стараюсь. Сейчас, сейчас просто очень большая нагрузка. Не, не, не это самое. Я, я понял. Нужно снова войти просто в, в режим. Так. Так. Да, вот здесь почему нет возможности оплаты шопинг-поинтов в Ультима? монета была бы, начала бы расти абсолютно, да, и это еще часть того, что почему ультима сейчас падает, потому что ваучеры, они плюс-минус сейчас у нас где-то половину нашего оборота составляют, они, конечно, сейчас приобретаются в USDT, значит люди просто получают кэшбэк и стараются его как можно быстрее продать в USDT, чтобы снова зайти в ваучер, потому что они уже получили там не один, не два, не три, по пять, по десять и, и тому более. Поэтому они знают, как это делать, поэтому они сейчас и подтапливают нам курс. Но э, хочу сказать, что данная модель ваучеров сейчас, она будет где-то, ну, сейчас понедельник, я думаю, к пятнице мы будем мы сейчас мы будем ее отключать и мы будем перепаковывать именно настраивать уже ваучеры вот на эту систему на э, систему где ваучеры покупаются за токены или с рынка или с добычи без 20% процентных скидок и без кэшбэка Просто, чтобы я вам говорю, что если кто-то там еще не докупил, докупайте, к пятнице ваучеры уйдут на переупаковку, уже на подготовку именно к этой системе, чтобы именно поддерживать курс, чтобы не было выхода никаких дополнительных токенов в виде кэшбэка на рынок и тому подобное. Все. 100 тысяч монет и точка. И больше ни одной и просто посчитайте пусть у нас будет там 10 миллионов пользователей 100 тысяч монет какая будет цена и мы добьемся этого мы выжгим эту монету мы ее заморозим я дам еще тысячу продуктов которые выжигают и замораживают чтобы эти 100 тысяч монет просто просто чтобы из 100 тысяч монет стало 10 тысяч монет, а из 10 тысяч монет стало 1 тысяча монет, а потом из 1 тысячи стало 100 монет и тому подобное. Да, на это понадобится, возможно, там более 10 лет, чтобы туда прийти. Но опять же, все зависит от вас, насколько много транзакций происходит. И очень хочется, конечно, чтобы наша ультима использовалась ну, везде. Везде, везде, везде мы будем ее... И опять же, это тоже вам такой сигнал, друзья, когда монету нельзя будет не напечатать, не добыть, то и мы полностью на нее пересядем мы полностью на эту монету пересядем. У всех сейчас есть уникальная возможность э, очутиться с той монетой, которая будет использоваться именно в качестве платежного средства во всей экосистеме. Смарт-монета будет тоже использоваться отчасти как платежное средство. Мы начнем это делать. Это, соответственно, тоже поднимет ее стоимость и спрос. Вот, но а зачастую, конечно, будем повышать стоимость газа и э, Балансы, заморозки, плюс стейкинг придет, плюс дополнительная токенизация, плюс продукты и тому подобное. Мы сделаем так же, чтобы смарт был востребованным, большим и хорошим. Поэтому все будет нормально. Кэшбэка больше не будет. Да, кэшбэка больше не будет. Почему? Потому что мы э, ваучеры полностью, ми, полностью переупаковывать будем для поддержки ультимы э, на, э, на отметке 10 тысяч долларов минимум, чтобы обеспечить, чтобы обеспечить поставки ваучеров именно за э, доставленные 10 тысяч ультима-пунктов, ну или шопинг-пунктов, как сейчас. Хорошо, друзья, давайте, я знаю, что много чего, а для чего, а для чего будут нужны ваучеры? Вот хороший вопрос. Друзья, а для чего ваучер нужен? Ваучер нужен, чтобы загрузить карточку. Ваучер нужен, чтобы заправить автомобиль. Ваучер нужен, чтобы поехать в путешествие. Ваучер нужен, чтобы пополнить баланс на Binance или на другой бирже, чтобы купить себе USDT или купить себе биткоин. Ваучеры нужны, чтобы закупиться на Амазоне. Ваучеры нужны и, 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 и. Да, ваучеры нужны. А, еще раз, ваучеры – это просто а, добо, дополнительный функционал, чтобы люди, которые добывают, могли выйти в реальный сектор экономики или, в, или в, в прибыль через ваучеры, не только через биржу, не только через торговлю, спекуляцию, а еще через спокойную, размеренную, нормальную систему без страха падения курса. Или без ажиотажа, без войны на бирже за ликвидность и тому подобное. А мы уже на свою очередь заботимся о том, чтобы рынок рос развивался и чтобы не было этих сумасшедших очередей на обменку и тому подобное. Тот, кто хочет продавать ниже курса, пожалуйста. Если курс, значит, если курс будет ниже 10 тысяч, у нас будет фиксация. Если курс начнет расти, да когда? курс начнет расти станет 15-20 и тому подобное. Соответственно, это, эта фиксация будет повышаться. Да? Ну, дабы, держать, дабы держать курс, понятно, будут какие-то виды изменения, оптимизация, но это будем обсуждать, когда придет время. Таким образом, мы всегда будем, да, курс поднялся, мы его плюс-минус зафиксировали нашими ваучерами. И дальше пушим его наверх со всех сторон. Будем еще раз, будет заморозки, будут сжигания, будут будут э, растягивания по времени, лишь бы курс рос, 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 рос. Я хочу, чтобы мы увидели с вами 100 тысяч долларов у Ультимы на рынке и всем, кто там о нас э, спекулирует, утерли нос. Мы достаточно заряжены, мы достаточно опытные, у нас все для этого есть. Сейчас нужно, нужно просто этого захотеть. И все, кто хочет, давайте начинать хотеть. Вот я, кто хочет, вот спросим в, в чате, кто хочет ультиму видеть на 100 тысячах. Я готов для этого все сделать. И мы делаем. И вы видите первые шаги. Мы закрутим эту ж пружину так, что она выстрелит до отметки 100 тысяч долларов. Будет это. Мы это увидим на бирже. Так. Если ультима станет 20 тысяч, а ваучер как тогда тоже будет? Ну, будем, под... будем тоже подтягивать потихонечку. Да, 100 тысяч, погнали. Так, почему классик падает? Меняйте, на, свопайте его в смарт. Что вы его держите? Меняйте. Давно уже нужно засвопать в смарт. Так, спамить мне не нужно. Так, хорошо. Ну что, друзья, у меня через 25 минут немецкий вебинар. Нужно чуть-чуть поберечь голос. Мы Здесь хорошо у вас с вами, полтора часа. Дайте, так, я так понял, смарт не будет расти 5 лет. Ну, как вы так слушаете? Еще раз. А зачем, нет, еще, стоп. Что значит не будет расти? Вот сейчас берите по 2 цента, он вырастет до 10 центов, будет вам на x5 у uh, смарта нету функции взрывного роста она не предвидена ну она не должна смарт должен должен окэшить весь свопинг да вот все что все монеты которые идут в свопинг его задача принести достаточно ликвидности для свопинга все он не, не не монета для взрывного он не будет 10 тысяч долларов или там 100 тысяч долларов это функция ультимы Ультимы функция взрывного роста. У смарта это проводник ликвидности для монет, которые ушли в свопинг. Вот его задача. Поэтому не ожидайте от монеты того, почему она не предназначена. Хотите пользоваться ростом смарта. Вот сейчас прекрасная возможность. Покупайте больше по этой цене, чтобы когда она отобьется до 10 центов, продать и сделать ваши x5, которых даже биток не покажет. Вот вам и. Кэшбэк на три года отменяется. Друзья, все, что было дано, оно отработает. Да? Просто нового не будет. Вот то что, то, что оно дано, оно отработает, просто нового не будет. Это очень нужно, нужно понимать. Поэтому, поэтому, опять же, те, те у кого есть еще возможность докупить, это, это отдельные, отдельные, отдельные решения. Мы говорим, что для новой комьюнити, у которой не будет уже возможности купить кэшбэк-лицензию, для них такого решения не будет. Для существующей комьюнити, конечно, программа доработает все как и должно. А что с нашими старыми ваучерами, купленными в 2022 году? А, так они же уже у вас отработали и вернулись, скорее всего, в большинстве случаев. Кэшбэк вы получили в той монете, в которой вы его заключали. Все правильно, все по правилам. На Эксмо. Ну да, с Эксмо надо поговорить. Да, Николай, Эксмо надо решать, что там они не, не дают вывести. Да, с CoinSbit невозможно работать. Да, Роландос, я понимаю, мы ждем следующих бирж. Мы уже все подписали, оплатили, уже интеграция идет. Мы просто ждем, когда залезть от следующей биржи. Хорошо, друзья, я надеюсь, что вам этот вебинар понравился, что вы сейчас понимаете, что... У нас стратегия четкая, мы движемся вперед, никто не собирается останавливаться, мы зарядим нашу ультиму, мы закрутим ее просто как пружину. Моя задача и наша задача довести ее снова до 100 тысяч долларов, всего-то рост каких-то там 10 раз, что мы не справимся с вами, мы уже уменьшили в 10 раз добычу. Ну вот уже первый шаг сделан. Сейчас мы включим сжигание, включим максимальную заморозку и понесется. Принесем кучу проектов, которые будут использовать Ульма, и в долгий путь это будет очень круто. Так, так, спасибо за продукт. Желаю всем разобраться и разбираться. Всем больших профитов. Спасибо, Алекс, за то, что постоянно ищешь для людей выход из финансового болота. Ну, друзья, вы все видите, какая у нас сейчас жизнь вокруг складывается, лучше не становится, сейчас еще придет цветная, <свят> цветная валюта, это будет, конечно, жесть. И все будут радоваться, что у них есть Ультима и Смарт и все остальное. Дайте еще пару лет, и вы поймете, о чем я говорю. Друзья, всем большое спасибо за вебинар. Я надеюсь, всем все понравилось. Немножко все в шоке, я понимаю. Но вы видите, мы двигаемся вперед, двигаемся, еще раз двигаемся. До следующего вебинара. Всем пока. И не забывайте, ферма ⁇ это то, что нужно всем. Ферма.